вами можем беречь природу. Марина, с детских лет мы зубрим правильные ответы на все возможные вопросы. Если после уроков или во время каникул эти первоклашки бросят бумажки в урну, а не на землю, значит, экологический урок им пошел впрок. Впервые на этом уроке ребята узнали и о том, как сохраняют природу в ее первозданном состоянии взрослые в национальном парке Водлазерский. Знакомство с заповедниками и природоохранными территориями и помощью для других стран, например, таких как Соединенные Штаты, дело привычное, массовое и жизненно важное. Уже четверть века ежегодно с 21 по 23 апреля американцы проводят так называемый марш парков. Для нас это пока еще западная новинка. Может быть, со временем на уроках экологии наши дети будут делать не искусственные веточки, а приводить в порядок мини-парки, которые находятся во дворах их школ и домов.